structure center. Okay, okay. Okay, now, if you could, Да. Это первый номер. Еще повторите. Это второй, это третий. One and two, this is number two. Это номер один. Это 46-го года. AK-46. 46-го года разработки. Да, это 45-й, 46-й год, кстати. Okay, we're ready. Ready? Yeah, yeah. Так, повторите, пожалуйста, историю разработки с одного до второго и одновременной переработки компонентов, которые привело к АКО. Я только что рассказывал, что значит дали на доработку образец, а я решил его совершенно перекомпоновать. Поэтому одновременно делается доработанный и разрабатывается новый. Вот, потому что я видел, что раму вот эту надо каким-то образом утяжелять. А утяжелить ее здесь невозможно. Поэтому я прихожу к выводу, что надо объединить шток с рамой для того, чтобы получить большую массу. А чем больше масса затворной рамы и меньше затвора, это самая надежная работа автоматики. Вот. Поэтому вот борьба была правильно распределить массы. Ну и ряд других вопросов. Мне не понравилась вот эта, допустим, компоновка, вот эта вот разборка и так дальше. Вот. Поэтому пришлось все это коренным образом изменить для того, чтобы это приблизить к солдату, чтобы все было просто и надежно. Поэтому вот и я без конца их меняю для того, чтобы как-то дорабатывать. Как-то любой шаг вперед – это уже большое дело. Поэтому вот вы видите, на этих образцах можно проследить вот эту эволюцию развития нашего отечественного стрелкового оружия, которым занимался я как конструктор. Но ведь я вот когда вам рассказываю об этом, вот испытании, эти не были одинокими образцы на испытаниях. Здесь ряд конструкторов, сильных конструкторов, участвовали в этой работе. Они создавали свои образцы со своим почерком, со своими подходами, оригинальными подходами. Конструктора очень сильные работали. И это шло соревнование. Это мы называли соревнование. Это самая настоящая наша советская конкуренция. Каждый ведь хотел победить, поэтому нечего греха таить, мы ночи не спали для того, чтобы обогнать надо противника, если его можно так называть. Вот. Эта борьба, конечно, она и у вас такая же борьба ведется, но у нас ведь почему мы работаем, скажем, несколько конструкторских бюро? Ведь нас можно было бы объединить в одно конструкторское бюро, но тогда нечего будет выбирать. А когда вот несколько конструкторов работает, то сразу испытания, вот скажем, 5 образцов различных испытывает. Есть еще выбрать. Постепенно, значит, какие образцы показывают плохие результаты, им, скажем, не рекомендуют на доработку. Это уже поражение, это уже конструктор потерпел фиаско. Вот. А кому дают доработать, тут уж начинай, соображай, как обогнать еще там, того соперника, которому тоже разрешили дорабатывать образец. Вот так шла эта работа. Это буквально, я ведь вот вам рассказываю, вы можете подумать, что наша система отрабатывалась, вот один я там был сержант и отрабатывал. Нет, рядом со мной генералы были, были и полковники были, были и рядовые, гражданские были, ну, Симонов гражданский всю жизнь был. Вот, вот с такими китами пришлось соревноваться. Поэтому, конечно, сержанту надо было как можно меньше спать. Вот, иначе бесполезное дело соревноваться. Вот таким образом вот шла эта работа. А это я вам скажу. Это вот так поставили работу наши военные, чтобы не одно конструкторское бюро работало, а несколько. Это как раз давало возможность
отрабатывать образцы, доводить их до высокой кондиции. Вот. Вот следующим этапом, значит, вот такой автомат разрабатывается. Вот этот автомат, видите, приближается. Вы вот не смотрите вот на эти, это просто опыты производились по кучности. Для того, чтобы более устойчиво было, значит, вот здесь отверстие просверлено, газ как бы удерживал, не давал возможность сильного разброса, значит, пуль у мишени. И этот вот образец, как видите, он уже здорово приблизился к автомату. АК-47 приблизился. Вот такой же, значит, вот видите, щиток первый. Но видно, видите, он еще не продуманный. Он еще такой, видите, вот надо вот фрезероваться. Это же не технологично. Потом это все заменилось из листа, отгибка здесь для перевода, и все это просто. Вот эта вот рукоятка, видите, она была точеная, с насечкой. Внутри было отверстие. Вот то, что оно избито, это записывали на приборах работу автоматики. Поэтому вот вы видите, тут обелено, там опилено. Это записывали для того, чтобы определить, как работает это оружие. Но вот здесь уже впервые введена ствольная коробка, штампованная из листа. Вкладыш из легированной стали. Ну, это мне хотелось более мощно сделать. Вот, из легированной стали. И, значит, штампованная ствольная коробка. Рукоятка вот была из двух чёчек, крепилась вот тут винтом. Это вот первая, значит, резкая переделка перед тем, что я вам показывал. Резкая такая переделка, резкий шаг вперед. И этот образец показал неплохие, я бы сказал, хорошие результаты, то есть противников сразу стало меньше, потому что этот образец показал хорошие результаты. Видите, присоединил вот эту, и получилась мощная такая, вот какая тяжесть. А затвор получил уже окончательное свое оформление, вот то, что мы сейчас видим, ну, с некоторыми доработками, но уже получил такую окончательную форму. И рама получила, вот эта улитка, вот этот паз, он по существу и сейчас такой же. И оформление рамы, именно вот такое же оформление рамы, видите, вот здесь вот специальный паз, который взаимодействует с ромбиком. И производит поворот, то есть отпирание и запирание канала ствола. Значит, вот видите, автомат уже по существу нашел свою окончательную форму. И, значит, вы видите, здесь пока еще грубое такое оформление. Но оно, правда, хорошо в руке держится и так дальше, но все какое-то... Еще чувствуется шероховатость в оформлении. Нет вот такой эстетики красивой, чтобы это было. Вот. Но уже то, что надо, уже стрелять хорошо, держать хорошо. Вот. Спусковой механизм окончательно отрабатывается в таком вот виде. И он дальше и сейчас существует в подобном виде. Претерпевает некоторые изменения, но в основном конструктивное оформление его с начала и до конца осталось вот таким, как оно вот здесь. Этот образец был изготовлен в Коврове. Это в Ковровском, на Ковровском заводе я работал, где, значит, мне помощники уже помогали. И вот мы параллельно дали и тот образец, и этот. Ну, а с испытания этот сняли, а начали испытывать только этот. И он резко вырвался вперед, и в конце концов, в 1947 году, эта работа была закончена в 1948 году, он был рекомендован для принятия на вооружение, но немножко в другой форме, вот этого я все доработал, а все остальное, принцип остался тот же.
тот же принцип, такой же переводчик, такой спусковой, такой, значит, это и механизм. И вот самое главное, это вот то, что определяет работоспособность, высокую работоспособность наших образцов, это заключается вот в этих двух деталях. Поэтому не случайно, когда наше советское оружие берут зарубежные фирмы, то они могут все тут переделать, а вот это оставляют. Потому что это определяет надежность работы автоматики. Это в Израиле у Галилы. Он все тут поизменял. Все. А это он оставил один к одному. Потому что это определяет работоспособность образца. Вот так создавалось. И в конечном счете в 1949 году за создание этого образца я был удостоен в то время сталинской премии первой степени, сержант. Одновременно были удостоены такой же награды Сергей Гаврилович Симонов за самозарядный карабин и Василий Алексеевич Дегтярев за ручной пулемет. Так появилось три образца, находящиеся на вооружении советской армии, вот, и будучи в армейском небольшом отделении. Спасибо. Но идет время, выезжаю я на испытания войска. Вот эта рукоятка была точеная, а чтобы она легче была, иначе при больших скоростях она отламывается. Я здесь просверлил отверстие. Ну, мне казалось, все хорошо. А когда в войска приехал, солдаты начинают жаловаться. Говорят, наряды вне очередь получаем вот из-за этой рукоятки. Я думаю, что такое? При чем тут рукоятка? А вот, говорит, глубокое отверстие, появляется там ржавчина. Вот. И за это старшина, значит, туда тряпочкой чистый, смотрит ржавчина, наряд вне очередь. Вот. Поэтому я, когда приехал с этих испытаний, я ее переделал и сделал серпообразную, чтобы этого не было. Вот так все время, постепенно, деталь за деталью отрабатывалось. И в конечном счете сложился автомат, который сейчас весь мир знает, вот, по его, так сказать, форме, по его внешнему виду. Вот. И самое главное, его знают по надежной работе и простоте. Вот так, если коротко рассказать. The next thing we're going to do is talk about his early machine gun, and then we'll call it a morning. Do you want to see the final version of the AK-47? Yeah, we should, I think. we'll just leave this one. Yeah, leave this. Да. Все. Да. Бештика, 48-й год. Да, вот это 47-й. Это 47-й опытный. Да. Сама. Это этап. Да. А пишешь, просто по сравнению, поскольку он... Да. Знаете, он как уже преобразился. Угу. Принял уже, так сказать, всем известную форму. Okay, так, can, можно, can, да? Или no? Еще нет? Не, у этого дверь. You lock him out there. Let him come. Okay. He has to close both doors. I think security. Спасибо. Я вам сказал, господин доктор, что вот эти вот цевьё, накладка, вот это приспособление, это все была попытка найти улучшение кучности, стабильность стрельбы, вот это. Поэтому следующим этапом отрабатывается и уже изготавливается серия вот этих автоматов. Вот эти автоматы уже поступают в войска. И вот то, что я вам сказал, там рукоятка с отверстием, то вы видите, уже серпообразная рукоятка. Никакой тут П,
пыли туда, ни грязи не попадет, ни ржавчины. Да. И так она до сих пор осталась. Вот так автомат постепенно вместе с армией, будем говорить, дорабатывался и принял вот окончательно, почти окончательно такую форму, хотя этот образец не соответствует последним образцам, потому что там эстетика немного еще добавлена, чтобы он был более такой внушающий, будем говорить, доверие. Вот то, что я вам говорил, там щиток, то вот уже да. Другой совсем щиток, отогнуто вот это, переводчик. Вот он, вот. Он одновременно и щель закрывает и ставит на предохранитель. На предохранитель ставить затвор, вот уже не взведешь, не взведешь. Вот. И некуда пыли попадать, все закрыто. А чтобы стрелять, это моментально вот, переводится, и все. Вот так. Ну вот рукоятка еще, потом изменяется рукоятка, приклад изменяется. Потом этот магазин мы начинаем изготавливать из легкого сплава, дюралия. Проходит небольшое время, переходим на пластмассовый магазин. А сейчас в производстве все вот эти детали, все детали деревянные. А дерево, что такое дерево? Это весь мир сейчас борется за сохранение экологии, поэтому мы тоже, значит, все деревянные детали заменили пластмассой. Магазин из пластмассы, цевьё, накладка, приклад, рукоятка управления огнем. Все это делается из литьевой пластмассы. Она хорошо смотрится, она хорошо и в мороз, и в жару ведет себя хорошо. Хотя это нелегко, это несведущие люди только думают, ну что, взяли, заменили и все. Потому что там встретилось очень много трудностей, которые приходилось преодолевать. Если на морозе, когда мы обычно просто приклад заменили на пластмассу, то на морозе обмораживалась щека. Когда держит здесь, без перчаток, без рукавиц, обмораживает руки. Когда мы едем в Среднюю Азию, скажем, в Ташкент, Самарканд, солнце палит вовсю, кругом все горячее, нельзя держать, обжигает все кругом. Поэтому несколько лет мы отрабатывали эту пластмассу и отработали таким образом, что она сейчас по теплопроводности превосходит дерево. И вот только тогда мы сказали, быть посему, все детали будут пластмассовые. Вот так мы, значит, справились с этой задачей. Ну, короче говоря, у конструктора всегда есть работа. Конструктор все время должен руки держать на пульсе вот, нашего стрелкового мирового вооружения. Иначе можно считать, что вот у нас самое хорошее и так дальше, и отстать от зарубежных фирм. Да, вот. Вот. Да. Поэтому, значит, вы мне, господин Эзел, помогли, прислав эту книгу, значит, знакомиться с многими образцами, которые я раньше не имел доступ до них. Это большое вам спасибо за нашу такую совместную, хорошую перерыв. Does he have one? Yeah. Okay. He was just talking about how he's replacing all you felt the bolt rod assemblies. They can, you know, stays basically many in many different countries. Everything else has been changed. But this is the essential trademark and what accounts for their reliability. Right. Well, this is a special type of plastic. We'll take the tag off. And then he can tell us that it's now being done in black. Yeah. And you'll have to get that number up. This is a new number.
Да, nice, yeah, good. Ага, but still the trap, да, good. Да. Тут принадлежность. Вот этот автомат, видите, вот его последняя форма, вот он во что превратился. Окей, here we go, okay. Yeah. He can just start talking. Yeah, пожалуйста. Okay. Это 5.45 калибр. Новый патрон. АК-74. Это тот, который сказали, что только цифры я заменил. А на самом деле? Да, это работа громаднейшая была. Громаднейшая работа была. Ну, сейчас выпускают в черной пластмассе. Вот пластмасса. Но мы ее заменили. Сейчас другого цвета и литевая пластмасса. Но это первый этап уйти от дерева. Вот это первый этап. А сейчас все темного вида. Но вот так что все заменено. So this is the latest child in the family. Yeah. Or next to the latest because they have the black buses. Yes. Okay. Yeah. А вот, Андрей, скажите господину Эзелу, трудности. Вообще в литературе пишется, что подумаешь там, что там. Назвал 74 и все. Да. Пару слов скажет, какие трудности преодолел при создании под новый патрон. Да. Пожалуйста. Он уже объяснил нам все эти. Да, это было сказано в Москве, да. You just talked about the difficulties in transforming the weapon to fire a 5.45 caliber. Да. 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 Окей. Вот этот автомат называется АК-74. Это последняя доработка. Вот, вот его последний, так сказать, внешний вид. Его отличают в основном вот по этому дульному устройству. Вот, он отличается. А внешне он как бы формы сохранил прежних образцов. Он так же, как и те образцы, очень, как я бросил, возвратный механизм. Магазин отделен, выводим, достаем. И вот все это вот превратилось вот в такой, ну я бы сказал, образец, когда все в нем продумано и все на своем месте. Нет ничего лишнего, что хотелось бы убрать, обрезать, опилить. Все сделано так, чтобы, значит, ничего лишнего не было, потому что здесь мы и с весом, вес нужен определенный, поэтому, значит, это тоже непростой вопрос с весом. Вот. И, видите, это шток хромированный, для того, чтобы газы не вызывали ржавление вот этой детали. Спусковой механизм разборный, разбирается, значит, вот эти оси достаются, вот, и он разбирается. Детали крупные, они, ну, не то, что там вырвалось где-то, выскочило и может улететь. Все тут солидное, крупное. Вот. И вот видите, переводчик, все претерпевает постепенные такие изменения. И он вот здесь вот рассчитан для ведения огня на 1000 метров, то есть на километр. Ну, что можно сказать еще об этом автомате? Наверное, я вряд ли чего-нибудь добавлю для вас, господин Эзел, потому что вы его в своем труде «Эволюция или развитие автомата АК-47» очень хорошо описали, в частности, вот этот образец. Он у вас, видимо, в Национальном музее имеется, так я понимаю. It's in your museum, AK-74. No, not yet. Нет еще. Ну, будет. Будет, будем говорить. Будет, да. Вот.
Ну вот больше это, видите, все тут штампованное, все сделано по-современному, никаких лишних выступов нигде нет. А это для того, чтобы значит, более устойчиво стрелять из неустойчивых положений. И кроме того, значит, здесь он является еще и пламегасителем. Кроме того, что это дульный тормоз, он еще является и пламегасителем. А пламя, вы сами знаете, оно демаскирует вот, стреляющего. Поэтому это вот с этой целью все сделано. Вот, наверное, нового ничего я уже не могу тут об этом образце сказать. Он является сейчас образцом, как вы написали в своем труде, что 55 стран пользуются этим оружием. Давайте перейдем к пулемету. Так. Они прервали, поэтому же управляйте. Все? Окей? Окей. Так. Беру магазин. И просто показать. Все. Окей, fine. Thank you. Теперь можно. Спасибо. Okay. What I'd like for him to do is just to briefly tell us about that, and then we'll break for lunch. Может быть, очень кратко расскажите нам о пулемете, и тогда мы кончим и перейдем на обед. Значит, этот образец. Okay, are you ready? Окей, мы ready. Пожалуйста. Этот образец я начал разрабатывать, работая еще в Казахстане, в железнодорожном депо. Значит, он с ходом ствола, приклад складной, прицельный механизм вот такой вращающегося типа. Для переноски имеется рукоятка. Отбалансирован хорошо. И вот впервые я применил все штампосварное. Штампосварное. И вот видите, у меня даже слесарь украсил гравировкой. Здесь гравировка, как видите. Здесь гравировка, вот здесь вот тоже самая гравировка. Хотя на боевом оружии это не положено. Но слесарь обладал способностью, значит, выгравировать, он хотел украсить, чтобы я привез образец, чтобы он смотрелся хорошо. Ну, для начинающего конструктора это, конечно, большое дело было, потому что чувствуется с любовью, не как-нибудь сделано. Вот. И вам даже вот посмотрите на тяги приклада, и они отгравированы. Вот. То есть вот с такой любовью работал, значит, у меня... Со мной работал слесарь по фамилии Кох, немец. Вот он, значит, вот мне помогал изготовить этот образец. Этот образец под винтовочный патрон, под мощный патрон. Магазин, как видите, не пулеметный. Ну что тут, 15 патронов. Это не пулемет. Но это первый опыт, это же 42-й год. Это первый опыт, ну, 42-й и захватил 43-й год. Значит, это первый опыт, чтобы набраться силы в конструировании. Вот. Он не пошел, конечно, его испытывали, он работает, все. Но он не является таким, чтобы его можно было хоть как-то даже доработать. Его невозможно было, тут надо было от всего отказаться и заново проектировать. Поэтому вот был он изготовлен, прошел испытания и также стал достоянием музея.
Нового тут такого, я бы сказал, ну, в то время для меня это новое, конечно, все было. Сейчас бы я, конечно, так конструировать не стал. Сейчас бы я стал конструировать совсем иначе, с другими подходами, с другими навыками, с другим опытом. А тогда для начинающего сержанта, конструктора, это довольно-таки солидный образец, изготовленный. И нельзя сказать, что он плохо выглядит. И он, видите, сошки хорошо отработаны, надульное устройство хорошо отработано. Вот, приклад складной. Вот все это непросто было сделать. Непросто в железнодорожном депо, мастерская железнодорожная, где ремонтируют паровозы, вагоны, которые пострадали во время войны. И вдруг тут сержант еще делает оружие. Ну, для паровозников это совершенно несовместимо. Абсолютно несовместимо, но несмотря ни на что, сделали. И начал я его там делать, а потом, не доделал его, уехал в Самарканд на базу военную. Это Среднеазиатский военный округ. Там вот он был доделан в 43-м году, и таким я его привез в Москву и дальше на полигонные испытания. После того, когда он был испытан, ну и прямо скажем, забракован, он попал в музей. Вот все, что коротко можно. Но это шаги конструктора. Это набирался опыта. Но это ведь, вы видите, работа без конструкторского бюро, вот это все разработать, это чрезвычайно ведь трудно. Чрезвычайно трудно. Но все-таки это все было сделано. Сделано. И что вот я очень доволен, я уже, конечно, о многих образцах забыл, но вот благодаря тому, что, значит, музеи у нас есть, вот в музее сохранились эти образцы. Сохранились. И вы не удивляйтесь, что я некоторые образцы, может быть, не так быстро разбираю, как современные, потому что ведь прошло уже несколько десятков лет, когда они разрабатывались. Вот. What was the general drift of that? General drift is he worked on this by himself in the Kazakhstan railway depot. Ah. And of course, when he finally went to Moscow for testing, it was. Okay, good. I think that's enough for the morning. That's enough for today. Благодарю вас очень. У меня есть вопрос, господин Лезин. Берета автоматы, автоматические винтовки имеют общее с калашниковским автоматом? Thank you very much. Очень интересно. Okay. Well, that was. Вы отличный учитель. Excellent teacher. Вот. Yes, but I need more lessons. Конечно, нелегко. Во-первых, мы с вами вот встретились без всякой подготовки. Met without any kind of preparation. Да. Если бы я, скажем, имел время, ну, пройти бы вот это все, вспомнить, про разбирать, собирать и так дальше, можно было подробнее. Но я думаю, эти образцы, они не представляют такого интереса, чтобы там во внутренностях их. Weapons don't really hold that much interest to go and muck around on the interiors of them. But I think he's told us the main things, and that's what's important. Я думаю, что вы самое главное рассказали, и это что важно. Хорошо, я буду считать себя удовлетворенным, если, значит, вот мой.